С добрым утром, друзья! С добрым декабрьским прекрасным утром! Вы на канале Планета Земля и с вами Татьяна Панова. Сегодня у нас 29 декабря, зимний, очень теплый день. На календаре зима, а у нас плюс 13 градусов. Посмотрите, как тепло, как зелено. Я иду по улице Крымской. У меня по плану пешая прогулка, полторачасовая. Я направляюсь к морю. Наша улица Крымская. На прошлой неделе на Рождество католическое выпал снег. Пару дней снег был и растаяло все. И сейчас опять травка зеленая. И все зелено. Но город преобразился к Новому году. Очень много огней, елок. И сейчас я вам покажу. Я уже дошла до улицы Гребенской. И вот по этой улочке к центральному пляжу я выйду. Сегодня плюс 13. Прям весной пахнет. Город украшают, очень много елок, шаров, мишуры, наш городской театр. В этом году поставили елку у центрального пляжа. Сейчас я туда пройду, хочу очень посмотреть и покажу вам. У городского театра всегда елочка. В этом году такая большая. Вечером мигают огни. Это наша Терская. Я все иду по Гребенской. Смотрите, сколько шишек у елочки, у ели. Это наш аквапарк. Сегодня теплый день, смотрю, людей очень много, к морю идут. Сейчас пройду тоже туда поближе. Вот видите, елочку поставили. У нас новый мэр в Анапе. И сразу видно изменения в городе. Здорово придумано. Сейчас поближе пройдем. Посмотрим. Можно присесть, отдохнуть. А вечером здесь музыка. Качели. Ой, как пахнет лесом. Доска свежая. Так, а это что? А это вечером зажигаются горелочки. Да, видите,
и будет огонь. Да, это горелочки такие. Видите, друзья, ох, как красиво. Здравствуй. А, зимой в Анапе. 2021. И выход к морю. Пол какой. Можно танцы устраивать вечером. Здорово придумали. Вот еще какая-то елочка. Можно присесть, позагорать, отдохнуть. Морская тематика. О, на это визитная карточка. Смотрите. Из песка. Снеговик. Здорово, как придумано. Молодцы. Сегодня очень тепло, думаю, народу еще будет больше к обеду. Вот эти огоньки все мигают вечером. Ну, вечером обязательно приду. Здорово придумали. Вечером я представляю, как тут красиво. О, лавочки поставили. Смотрите, друзья. Написано. Зимой в Анапе. Ой, можно присесть, подышать морским воздухом. Все теплее и теплее к обеду становится. Я смотрела, это часов 9 было, плюс 12, к обеду 15. Корабль. Какой-то корабль. Наш знаменитый пирс. Сегодня лебедей мало.
Такое море чистое, смотрите. Очень много уток. Ух ты! Намочила сапог.